Нет. Потому что мне другими вопросами дергают постоянно. Так. Он физически сделал или просто в чат какой-то написал? В чат написал. В чем писал? Спасибо всем. На русском или на английском? За 3 года. На русском. Ты как горилла бьешься. На дальний пишет. Правым боком с крестный бег. От центра. Левым. И левым. Еще раз повторить. Уже начинаем. Сгибание мах, отведение мах. Хорошо. Есть. Раз, уходишь. Ты куда идешь? Раз, быстро, стой, выход. Да. Один есть. Хорошо. Один. Раз. Да, вот так мы тебя и будем заставлять. Ай, куда он спал? Куда он? Ты пошел, потому что. Раз. Опа! Болеет! Пойдем ближе! Хорошо! Хорошо! Пойдем ближе! Один кип, через пас. Поджимай, поджимай, шаг вперед. Хорошо, ребят. Не разыграли, вытащили двоих, но в подбор на максимальной скорости рывок. Грай! Здорово! Хорошо, второй играть! Играй! Дальняя, пуз! Выстроились! Я! Хорош! Подача! При подаче, Степка! Плотнее к игрокам, подходим в обороне! Подача, подача! Плотнее ноги заряжем! Стоят, Анатолий, там! И подача! Вот свистку, Степка. Сейчас я. Все. Марик, я скажу. Ближе. Играйте! Они сейчас ехали. Оба молодцы. Аккуратно. Вниз. Помню, вспоминаем, у нас есть только легкое натяжение. Задача не продемонстрировать. Но мне важно снова увидеть вашу прямую спину, увидеть прямую ногу, которая у вас на траве лежит. Плечи опустили вниз, вперед. О, да. И в этом исходном положении расслабиться. И внимание, скручивание, взгляд при этом направляем назад. Снова вспомнили про плечи, они у нас вниз опущены. И взгляд направить назад. Вадим, я вижу, что сейчас ты уже не разогнешься больше. Не поменяли ноги, да. Сборный, да, полетел? Прямой спиной, да. Одну пятку к тазу, другую к ягодице. Чем между коленями будет больше расстояния, тем лучше. И внимание, с прямой спиной, плечи опустили вниз, расстояние между коленями обратили внимание, по отношению стопы пальцами вперед потянулись. Спина прямая, да, подбородком вперед.
есть способ, расскажу. Смотри, там забор. В упоре лежит, да. Знаешь, что это? Блядь.